Здравствуйте, меня зовут Алексей Владыкин. Я буду вести для вас онлайн-курс по Java. Давайте я представлю вам основных действующих лиц этой истории. Итак, Java — язык программирования. Его официальным логотипом является вот такая стилизованная кружка с дымящимся кофе. Ходят байки о том, что свой логотип, да и название тоже, язык Java получила в память о всех тех бесчисленных литрах кофе, которые выпили ее разработчики во время работы над этим проектом. Впрочем, подробнее об истории языка Java я расскажу несколько позже. А вот это Дюк. Вы, наверное, замечали, что у многих программных продуктов, проектов есть свои забавные, одушевленные персонажи. Например, у ядра Linux это пингвин Тукс, у андроида это смешной зеленый робот, ну и так далее и тому подобное, примеров очень много. Java здесь не исключение. У Java таким персонажем является смешной, отвязный парень Дюк. Дюка придумали еще на самой заре Java давным-давно. Собственно, тогда Java даже не имела этого названия, а скрывалась за некоторым кодовым именем и была внутренним проектом в компании Sun Microsystems. Но Дюк уже тогда всем очень понравился, прижился, и до сих пор они с Java не разлей вода и едины практически как Ленин и партия.